Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Изодинамический движняк, две серии, был бы, вернее, он как-то не закончен. Нету самого главного персонажа, который затеял этот движняк. И я сейчас выкладываю без вырезаний всю свою тренировку, сколько я трачу время, что я там делаю и кто мне помогает. Вес у меня после тренировки 108-800. Специально я ничего не делаю, чтобы что-то у меня росло и там наедалось. Это все идет естественно от этой удивительной гимнастики, которая запускает гормональную систему, которая запускает иммунитет. Ха, какие ногти! Которая запускает стволовые клетки на омоложение, то есть стимулирует костный мозг, и которая запускает энергетику, то есть мощные усилия вырабатывает, гормоны подстегивает. Ну и все это естественно. То есть мы стоим на пороге нового вида оздоровления. И низкий поклон Анатолию Ивановичу Самодумову, который придумал эту систему. Низкий поклон Кривых Сергею Прокопьевичу, который сделал уникальный тренажер, чтобы заниматься. Ну и я. Приятного вам просмотра. Замерли экраны теле. Это упражнение подъем, конечный подъем ногами, лежа на спине. Это стимулирует все органы, которые находятся на стопе. Вначале идет просто мощная стимуляция костной системы. Ну, ой! Анатолий Самодумов, народный целитель Ассоциации целителей России. В общем-то, 6,5 тол – это не предел человека, не мой предел. Просто у меня сломался грипп, провалился пол. Пятьсот.
Александр Снеговой занимается нобелевскими технологиями продления жизни. И первоначально к гравитационной гимнастике отнесся очень недоверчиво. Я скептически подошел к системе Анатолия Ивановича. Я пришел, позанимался. Но когда на второй день меня с утра подбросило, это называется эксцесс энергии, я понял, что я себя по-другому ощущаю. Теперь же Снеговой сам приводит сюда пациентов, поскольку уверовал, что система Самодумова уникальна. Мы 100 лет можем спокойно жить с помощью системы Анатолия Ивановича Самодумова. Я гарантирую это. Гравитационная гимнастика Самодумова, по его же словам, это инструмент самопознания человека. Она равнодоступна, независимо от возраста, физической формы или иных факторов. Я хочу сказать, что здесь, вне сомнения, происходит омоложение.
680. Ну что, 820. Что-то такое было, да? Что-то такое. Это. А там посмотрим. А там посмотрим.
это не бодибилдинг. И занимающийся по такой методике не приобретает большой мышечной массы, а получает тот вес и форму тела, в котором он чувствует себя комфортно. Причем Самодумов уверяет, что достаточно одной тренировки в месяц, так как штанга является связью между природой и человеком. Чем не спорт для ленивых?
Ничего подобного. Кажется, и стыдно подниматься.
общем-то, 6,5 тонн – это не предел человека, не мой предел. Просто у меня сломался гриб, провалился пол. Упражнение называется «Подъем штанги на пояс». Это базовое упражнение, которое можно делать даже одно его, и все равно организм будет все больше обогащаться жизненными силами. Веса, которые тягают гимнасты, кажутся фантастическими. Это не десятки и даже не сотни килограммов, а тонны. Поднял сегодня 3 тонны, в следующий раз 3,5 тонны. В свое время, чтобы не быть пустословом, 5 тонн я просто снимал на центральной телевидении. Публично. Девятьсот ставим.
Вообще. Пять упражнений. Если человек один занимается, ну, это 50 минут и свободен. Значит, результат вам толчок дает. Один подход на предельном весе. Вот надо научиться чувствовать себя, управлять энергией, посылать энергию. Вот. И чувствовать себя, подводить под этот подход, выдать себя полностью. Вот с природой нельзя хитрить. Ее никто никогда не обманет и не обманул. Природы надо честно чувствовать. Вот, допустим, вы способны сейчас, тем более комфортно, красиво поднять 500 килограмм. Надо их и сделать. И не надо ничего больше делать, все свободно. Значит, вы в следующий раз поднимете на 50, на 40 килограмм больше. И не думайте, что я там худенькая девочка, хлупенькая или прочее. Здесь дело поначалу. Это имеет значение, пока идет физика, физиология. Как только вы перейдете на все большее усвоение вашей клетки, вы должны от этих занятий получать удовольствие. Это своеобразная наркомания, здоровье. Если вы не получаете удовольствие, значит, где-то с вами что-то не в порядке. То есть вы не себя раскрываете ради творческих потенций, а пытаетесь удовлетворить какие-то свои желание самости, то есть эгоистичное и прочее, прочее. Не надо этого делать, не надо спешить. Надо там, и, понимаете, в эту методику как бы включены, можно сказать, и философии, и прочее, и все. Потому что гравитация все находится. Ну и отдав себя полностью природе, это и есть поклонение в одном подходе. Природе, либо кому угодно. То есть вы выдали себя все. Вопрос, вас вернут или нет, это не свечку поставьте, Бог прости, Бог дай. Тогда мы являемся время паразитами, Богом и прочим. Спрашивается, зачем что нам дана искра Божия? Чтобы, так сказать, вот у нас искра Божия, а работает кто будет вместе с Богом, с 95% массы Вселенной. Пришло время нам тоже работать с этим. Тонночка не пошла. Тонночка не пошла. Суть, значит, методики заключается в изменении вибрации клетки, ее энергоемкости и ее сознания. И в связи с этим изменение сознания и психики человека. Человек всесторонне наполняется энергией от инфракрасного до ультрафиолетового. И задача человека – весь этот спектр иметь. Тогда не надо ему думать, где же духовность, а где же физика, где все другое. Он находится в полной гармонии, на него не влияет никакая луна, никакая астрология, потому что все вибрации в нем находятся, и как что-то на него может влиять. Они могут дополнить, он их будет нейтрализовать и прочее. У него открывается сознание этики природы. Или, как вы хотите, Бога. Я готов.
как раз хочу вам немножко опровергнуть, что в каком-то время, в какие-то годы нельзя давать нагрузки. Я даю маленькие нагрузки, у меня бабушек приносят на руках, и я им 80, и зачастую детям, которым за 60 лет их приносят, в 90 лет нагрузки даю сотни килограмм. И позвоночник, и все суставы начинают работать. Это съемки 95-го года. Приглашены порядка 40 ученых, самих ортодоксов, которые хотели что-то высказать относительно меня. Ну, я занимаюсь целительством примерно 75-го года, но я разработал технологию, которая связана со сверхнагрузками. А эта технология требует один раз занятия в две недели. Называется она гравитационная гимнастика. Люди мне поднимают, а там большие тяжести. Ну, технологии дают тяжесть, стресс. После стресса человек опустошается и, естественно, ослабляется. Прилив энергии идет больше, чем он отдал. В результате этого человек открывает, во-первых, у нас сейчас слишком гипертрофия, но левосторонняя информационная, улучшая. А на моих занятиях он активирует правосторонний чувственный фактор. Вот от чего человек находится в гармонии и приобретает собственную свободу и радость бытия. Ну, о здоровье мы не говорим, это просто здоровье сопутствующий фактор. Технология запатентована в России и в США. В США исследовал научную медицину и признал, что это самые мощные технологии в мире, восстановительные. Запятерили. 800. Энергия поступила в желудок. Заработал желудок. Не хватает энергии органа. Появилась информация о методе самодумывания. Чем это занято? Я поверил в это сразу же. Я два раза, то есть в течение двух недель, я два раза сюда приходил и смотрел. После того, как посмотрел, мне это все понравилось, и я стал регулярно ходить на занятия. Сегодня уже седьмое занятие. Уже после первого занятия мне стало легче ходить. У меня ноги очень больные, у меня плохо дело с сосудами, у меня был тромб удален. После этого, значит, плохое состояние сосудов. Будем так говорить, после второго уже занятия я четко почувствовал на следующий день, что мне легче идти на работу. Раньше я, приехав на трамвае на работу, до здания там 750 метров, я шел 30 минут, волоча за собой ноги. Даже бывали случаи, когда шофера останавливались и подсаживали меня, чтобы подвезти дальше. Но постепенно я стал ходить все лучше и лучше. Сейчас я уже захожу за 15 минут. Эти 750 метров прохожу.
Правда, скользко, я осторожно иду, но тем не менее я чувствую, что я ходить стал лучше. Я всем говорю, что я молодею. А сколько вам лет? Мне 70... Ну, я в начале года родился, в апреле. В апреле мне будет 77. Правда, физического, вот в отношении того, что физ... я пробовал делать зарядку, мне это тяжело. Я пробовал ходить гулять, но я бесцельно ходить гулять не могу, мне это не нравится. А когда я сижу за компьютером, решаю задачу, она у меня не получается, я даже ночью просыпаюсь, и пришла мысль, на следующий день я ее пробую, и оказывается, что я сегодня, я должен поднять при помощи пояса, вот на вот этом снаряде, что, ну, поднять это неправильно. Я должен приподнять ее, то есть оторвать от пола при помощи колен, разгибая колени, полтонны. Даже, там будет даже чуточку больше. Кончили делать упражнения. Что вы ощущаете? Бодрость. Я помолодел. Да. Это вот дает бодрость. У меня тело сейчас поет. Ну, то, что вы устали как бы физически. Ну, это приятная усталость. Это не рабочая усталость? Нет. Это ощущение прилива сил. Здорово. Вы спасибо. С такой легкостью ноги поднимали, что я засомневалась, что вы сюда пришли и с трудом поднимали ноги. Я засомневалась. Нет, действительно, я не мог поднять. Вот он мне поднимал ноги для того, чтобы я уперся. Как вы передаете науки? Потому что занятия и упражнений я не нашел в интернете. А я их не показывал. Вот. Есть одна причина, что упражнения очень простые. 5 выбранных, то есть одно базовое, и 4 выбранные из самых, из всех миллионов, самые действенные. А не показывать по той причине, что идет нагрузка очень мощная, жесткая. И люди легко могут повторить механику этого. Но когда человек берет просто механику, то получается типа физкультуры, типа спорта. Человек отдает огромную энергию, прилип обратно, больше не получает, потому что не связано с гравитацией. И тогда через какое-то время человек начинает получать травму. Поэтому я не показываю, чтобы люди не пробовали сами. Ну, наш народ такой, он все равно пробовал. Но результаты были плачевные. Ну, тогда распространение методики очень ограничено. Вы же да малому нет, количеству можете передать. Почему? Давайте открывайте зал, я на весь земной шар поставлю. Нет, вы все открытие зала подразумевает передачу вами технологии, технологической карты. Ну, технология сама очень простая. Вопрос связи в зале более активной гравитации с человеком. Тяжесть всего лишь дает мягкий стресс. Задача, как можно больше вы отдали его сил в этом движении. Взамен получаете больше прилив, чем отдали. Вы поймите простую вещь, я 17 лет работаю в США. Естественно, никто мне это просто так не поверит. Там все проверялось, проверяется, а теперь научно доказано, что это самые лучшие технологии в мире. Прекрасно. То есть фактор здоровья и прочее, это просто сопутствующее.
480. Со здоровьем я работал в клинике Шипа с осевым склерозом официально. По этому поводу есть журнал на 3 миллиона экземпляров. Вышел на весь англоязычный мир. Журналисты занимались вместе с больными. Мне давали больных, которые опирались на коляску 4 колеса, потому что атрофия идет с ног, какие-то еще имеют силу. Опирались и толкали эту коляску. Через 10 месяцев медицина не вмешивалась, она просто наблюдала. Через 10 месяцев эти люди поднимали порядка 600-700 килограмм. Естественно, коляска уже лежала в углу, как страшный сон. Проверяли томографию мозга, делали и центральной нервной системы. Все восстановлено. Люди адекватно начали жить и работать. Здоровье – это всего лишь выход. Один из фактов. Гравитационная гимнастика. Тогда гравитационная гимнастика – это относится больше гимнастик не к физическому телу, а больше, наверное, каким-то к другим субстанциям. Оно к всей сущности человека относится. У нас, мы забавные люди, мы находимся наверху, дайте нам тело. Пришли сюда, дайте духовность. А как все собрать? Мы приходим через тело, человек раскрывается, развивается. Как все вместе? Мы для этого тела и пришли, чтобы раскрыть глубже свои потенции. Согласен. Ну, так а но как? Это же не только гравитационная гимнастика об этом повествует и рассказывает. Хорошо, я много здесь шалинь, йоги, здесь все занимались. Что такое подъем большой веса? 5-6 тонн. Вы не мышцами поднимаете. Вы начинаете, у вас образуется, то есть идет перезарядка каждой клетки, всех 100 триллионов. И вы уже своим сознанием этой энергией командуете. Понимаете, ну сколько у нас случаев там, машину откинула мама, на которой наезжала на ребенка. Это она делала спонтанно, автоматически. А здесь мы это делаем все осознанно, открываем от потенции человека. Занятие всего лишь одно, занятие 2 недели. Одно. Да. Если вы будете заниматься раз в год, и то будет результат. Потому что, вот я говорю, вот меня улетел сейчас Ушуая с огненной земли человек, он уже стал другим. С ним сейчас он был все время в доме, потому что наши богатые люди хотят поглубже освоить Антарктиду, через него пошла связь. А до этого он просто был переводчик. Дорогие друзья.
570 колыхнули. Во-первых, здесь меняется костная структура. Она основной носитель резоната. У нас никакая наука, ни медицина ее не изучала. Спрашивается, почему у нас надкостница самая болезненная, больше всего пронизан нервной системы. В Америке мы брали пункцию у людей, которые первый раз приходят, пункция костного мозга. Первый раз приходят на занятия. От 25 до 60% костный мозг просто жировик, мертвый. А там у нас кровеносная воспроизводительность, стволовые клетки основные. Какие там стволовые клетки, если мозг мертвый? Через год занятий он весь пронизан кровеносной нервной системой. Опять же, у этого человека берем пункцию. Не важно, что человек там помолодел, покрасивел и здоровым себя избавился от массы болезней. Костный мозг показывает. Ну и, естественно, все другое. А сейчас все провели, все исследования. На уровне ДНК, на уровне митохондрии клетки, на уровне, естественно, нервной системы, лимфатической, кровеносной системы. Что это такое и что дает? Везде был положительный фактор. Кроме того, в Америке это занималось много людей, и всех, на каждого заводится карточка. По карточкам обзвонили, никто отрицательно ничего не сказал. Ни один знаменитый медик Америки не поставит свою подпись, если что-то не так. Сами они тоже занимаются. Попыточка была, была попыточка. Окружение, тогда появляются такие люди, как я. Вот включается камера, снимается материал, дальше выкладывается в сеть. Люди другие ознакомливаются с этим. Ну и что дальше? И у них возникает... Я на телевидении все снимал, да, ехали, спасибо большое. Снимал. Да, в интернете есть эти сюжеты. Вот, и я говорю, и что толку, что дальше, как бы? Вот был открыт зал в Москве. Ну и что? И пришлось его закрыть. Да, ну если люди, понимаете, сейчас привыкли, чтобы с ними нянчились, богатые, бедных денег нет. Если люди хотят, чтобы таблетку съел или вокруг них вращались. Я этим не занят. Человек сам с собой занимается, сам к себе приходит. Ну, если люди не хотят, насильно мил не будешь. И что ты только не говоришь? Да они не знают. Понимаете, мы много говорим, что люди не хотят. Люди да просто не знают. Не надо. Здесь приходит очень много людей, которые обо мне слышали 25 лет, 20 лет назад. И приходят. Я говорю, почему так вы 20 лет?
Да я вот боялся, что это надовьемся и прочее. А у меня пробил возраст от 2 лет до 97 включительно, и никто не надавался. Дети 2-летние. Понимаете, здесь какие сказки, то у меня магнит, то у меня это, то у меня это. Господи, да вы придите, попробуйте. Хорошо. А то у вас философии, болтовни. Потому что сейчас в чем проблема, особенно русская? Гипертрофия на левостороннем полушарии, информационная. Правостороннее чувство знания или простом языке, интуиция, практически атрофирована. И вот человек, все люди, мне сейчас в Екатеринбурге, ну все-таки скажи, как ты ставишь эту энергию? Причем так, вот скажи, почему сейчас все только на информатику? А как действие, как правостороннее полушарие, оказывается, у всех отсутствует. Если ментрула или интуиция, он все равно себя интеллектом правее. А самый большой преступник в человеке – это распущенная эмоция его интеллект. Он тратит массу энергии и сил на что? Эмоции. Эмоции, вот говорят. Не нужно. И эмоции, и интеллект на что? Мысли, неиспользованная информация использует вас. А у нас все все знают, нифига делать не могут. Борзо. Потом жарким я обливаюсь, кровью члены все охвачены. Thank you.
было 310, поставили 360. Хватит. 360. Потом жарким я обливаюсь. Кровью члены все охвачены. Зеленее становлюсь травы. Замечательно.